Уже в эту субботу, 8 июня, во Владивостокском цирке начнет свои гастроли новое грандиозное шоу заслуженного артиста России Гии Радзе «Королевский цирк». Стоит отметить, что его представление – это синтез эстрады, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеже – это мини-спектакль, в котором сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. В каждое шоу Гия вкладывает свою душу. Все цирковые номера у него разные. В шоу «Королевский цирк» не будет ни одного повторного номера, который был в предыдущем «Бурлеске». Этот станет, как рассказал заслуженный артист России, эксклюзивным проектом, где зрители увидят и воздушных гимнастов, и акробатов, и животных, и аттракционы. Будет уникальный номер в воздухе. Вот мы сейчас можем посмотреть, вот корона. Это не просто декорация «Королевского цирка». Я открою хорошо вам секрет, здесь будут висеть 7 воздушных гимнастов, будут ремни, и эта корона будет подниматься под купол цирка, и вместе с ней будут подниматься роскошных, очень красивых молодых ребят, которые будут делать феноменальные совершенно трюки под куполом цирка на 15-метровой высоте. Гвоздем шоу станет Анна в исполнении воздушных гимнастов, обладателя золотого приза 10-го международного фестиваля «Золотой слон» в Испании и золотой награды фестиваля «Без границ» Елены Мизениной и Дмитрия Ефремкина. Этот номер уникален тем, что создан по мотивам известного литературного произведения, представлен в духе театральной постановки и совместно со сложными, уникальными и опасными трюками, выполненными без страховки под самым куполом цирка. Все трехчасовое действие будет сопровождать роскошный эстрадный королевский балет, не имеющий аналогов в цирковом мире, традиционно украшающий главные мировые цирковые мероприятия. Отметим, «Королевский цирк» – это совместный проект продюсерского центра Гии Радзе и компании «Росгосцирк».